Барабанная дробь у нас John Wick Hex, а играть мы будем в него на Nintendo Switch. Почему Switch, не знаю. Какой код прислали, такой и будет. Что нам говорит Steam, которым он тоже продается? Я, кстати, не знаю, сколько он на Switch стоит, но в Steam он очень дешевый. 435 рублей, и сейчас еще и скидка 30% на него. Игра вышла 3 дня назад, между прочим. Вопрос почему? Потому что сразу провалилась? Непонятно. Итак, это захватывающий стратегический экшен, в котором вы будете думать и действовать как Джон Уик, профессиональный наемный убийца из знаменитой серии фильмов, созданная в тесном сотрудничестве со сценаристами фильмов. Короче, пошаговая игра, насколько я помню. Ну, как-то там странно, короче, там странно очень механики. Я вам сейчас покажу. Ну, вы поймете, почему странный, потому что это реально странно. В общем, играть мы будем на чем? Играть мы будем на Nintendo Switch. Так, ну я New Game запущу, я просто проверял, конечно. И погнали. Она, кстати, фулл на английском, да. John fucking Wick. Indeed. Fuck. He's quite the imposition, is he not? Surely you must have known our disappearance would not go unnoticed. Sure. I assumed your high table would try. Put up a contract, send someone sniffing around. I didn't think they'd dispatch the devil. I presume our present location is not on any maps. None. Nobody knows about this place. That's probably why your friend started searching at Edgar Wu's place in Chinatown. Mr. Wu is in your employ? He was. He ran everything south of 14. Made no secret of our relationship. Hell, he was proud of it. I honestly believed that Hex, you, were a fiction. A myth to keep the staff in line. I worked hard on that. Staying out of sight. Until you decided to kidnap us. Yeah, until then. You have a higher purpose. And that purpose requires certain theatrics. I always did enjoy a little theater. Какая захватывающая история была, да, чат? Ну, собственно, мы сразу окунаемся в игру. А визуал игры забавный. Забавный. Можем приближать, отдалять. Что мы можем делать? Мы можем двигаться. Тактические действия. Так что, ага, мы можем ждать. У нас есть временная шкала вверху. Насколько... Мы потратили действия. У нас есть пистолет, у нас есть все остальное. Так, ну погнали, походим. Move the camera. Да это понятно, это-то понятно. Action timing and... Ага. Так. Что мы можем с ним сделать? Мы можем его как-то убить скрытно? Мы же все-таки Джон Уик. Move. Так, Страйк, пуш, тейкдаун, шот. Шотать мы его не будем. Подожди, а... Хит ченс. Давай тейкдаун сделаем ему. Мили атак стан энемис. Ага, то есть мы можем застанить его. И дальше с ним что-то сделать, да? А, он сразу отрубился, я понял. Так, что мы можем сделать? Мы можем забрать, допустим, его оружие. Пик, да. Но я так понимаю... А это что? Ага, мы либо со своей пушкой идем, либо с его. Окей. Часть карты засвечена. Ну, типа, мы не можем видеть, поэтому нужно тактически, я так понимаю, будет выглядывать из-за углов. Прятаться за ящиками. Get the... Keep moving. Ага. Keep moving и and don't worry. Wait, refocus. Что за refocus? Понимаю. Рефокоснулись.
Wait, что ждем? Угу. Мы видим уже соперника. Давайте в него выстрелим. Троуган, шот, шот. Убиваем мы изи с двух хитов. Это интересно. Но был ли у нас... Ага. Мы даже перезаряжаемся и тратим очки, да, вот эти вот. Интересно. Ну это понятно, что все атаки на дисплее, там бла-бла-бла. Так, еще один. Они вообще не сопротивляются. Там еще один. Угу. Мы немножко замисали. Как говорится, зафакапили. Так, с таким-то лайном нам его не видно вообще. Что мы можем сделать? Релоуд мы не можем. Мы подождем. Мы подождем, мы подождем, мы подождем. Мы видим, как он идет к нам. Нет, давайте за мусорку отойдем. Блин, он выстрелил, нормально нам так дал дамага. Так, нужно ли мне лутать пули? Вопрос. Вот нам не нужен ага, бандаж. Блин, интересная механика у игры на самом деле. Она вроде как и пошаговая. В то же время как-то странно. Вот этот таймлайн двигается очень странно. Wait, refocus, change. Я не хочу change. Пикап 9mm автоматик. То есть мы меняем прям пистолет свой, меняем, да? Нет, тогда мы свой пистолет не будем менять. Наш пистолет поинтереснее. Так, это наша цель? Наша цель выйти просто? Area completed. Я так понимаю, что дальше будет просто... Ага, мы можем еще реплей посмотреть. Давайте посмотрим, как это в целом выглядит-то. Экшен. Слушай, я не играл в подобные игры. Вот в таком виде. А чё я? Ага. Чайнатаун. Я просто не играл в такие игры. А у нас, смотрите, полоска какая. Нам нужно дойти просто. И выглядит это на самом деле забавно. Выглядит это забавно. Не знаю. Странный экспириенс такой. Типа... Лол. Я так понимаю, то, что мы будем еще и обучаться, да, потом чему-то. Шот. А если я не хочу шот? Подожди. Вот я хочу, допустим, подойти сзади, да? Tactical action. Вот ничего нет с tactical. Вот я хочу подойти. Chance. Так, вот что я могу сейчас сделать? Tactical. Окей. Select. Push. Strike. Takedown. Давай takedown сделаем. Ох, щит. А там-то их много, а я спиной к ним стою. Их очень много. Ну, я, конечно, положил их всех. Но это было больно, я вам так скажу. Ну, давайте бандажиться. Угу. Ага, у меня бандаж один на все, про все. Так, рефокус. Что за рефокус? В чем смысл рефокус? А, нам нужно еще и фокусироваться. И у нас 0 магазинов. Вот тогда получается, надо брать. Но визуал у игры прикольный, она очень сильно выглядит.
90% шот. Ну давай попробуем. Хорошо, два выстрела и труп. Неплохо. Он один. Чисто как тактика, по-моему, выглядит жестко, знаете. Отсутствие русского языка, конечно, немножко пугает. Но меня лично, потому что все-таки тут я так... Я вижу. А вот здесь что за хилка нарисована? Tactical action. Нет, сначала разберемся вот с тем парнягой. Он один идет, интересно. Он остановился, лол. Окей. Так, что мы можем вот здесь сделать такого? Почему здесь хилка нарисована? А, это бандажи здесь лежат. Это хорошо. Слушай, здесь можно прям обойти, допустим, да, кого-то, зашкериться, еще что-то. И вот он меня заметил. Я, допустим, жду, и он ничего не делает. Не предпринимает вообще ничего. Я выхожу сюда. Я его не вижу. Я выхожу сюда. Он меня видит. У него 0,7 секунд для шота. Ну, собственно, он проигрывает этот файт. Бандаж и Фокс нет. Бандаж нам не нужен. Почему до сих пор мы выйти не можем? Может быть, он был не последний? Да, это понятно, что релодинг. Это я уж понял давным-давно. Ага, здесь еще есть один. Маленький. Ой-ой-ой, их двое здесь. Габелла мне? 90%. Яма из лов. Да это я понимаю. Очень все плохо. Видите таймлайны? А, сука. Вот на таймлайнах видно, когда они стрелять будут. Нет, 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 не здесь бандажиться нужно. Я не забандажился, да, получается? Отлично. Так. 100% попадания, шот. Минус раз. Минус два. Ну, слушай, вроде как плохо, и вроде как и неплохо, да? Фокусировку тоже. А раз фокус именно идет, потому что в нас попадают, интересно, или почему? Ну, как-то странно. И до сих пор мы выйти не можем. А, все, можем. Мы не могли просто выйти, потому что мы не видели, типа. Окей. Ну, реплей мы по-любому посмотрим. Реплей мы по-любому посмотрим. Потому что выглядит, ну, блин, как-то странно. Не знаю, необычные. Бля, камера меняется каждый раз. Это забавно, конечно. Тактический отход. Вот это ошибка, конечно, да. Ну, забавно. Пока что забавно. Я уверен, то, что здесь можно прям жесткие мувы делать. Типа,
Главное все правильно обыграть и вот эту таймлайн полоску поймать, ну, правильно, короче. Ага, и у нас еще, смотри, жизнь, они остаются. Edgar's boys are rather unpleasant, if I recall correctly. Who among our kind are innocent? Бандажи нет. We are murderers, the... Different weapon don't have different... Ага. По этих просто так не убить, speak да, будет? Speak for yourself. We live by a code. There are rules. True. Пистолет. Интересно, он меня сразу заметит, как думаете? Если я, допустим, сюда пойду. Да, он сразу меня видит, лол. Это плохо. Он первый сейчас стрелять будет, да? Сейчас таймлайн его появится, чекайте. Нет, я был быстрей. Но я все-таки Джон Уик. А не какой-то хер с горы, правильно? 60% попадем. Хорошо. Ну как хорошо. Проблема, знаете, в чем? Так, тик, так, тик. Там еще кто-то идет. Почему я релоуд это не могу делать? Ноль магазинов. Вот, вот в этом проблема вся. Здесь больше. Так, окей. А как присесть, как прятаться? Вот они мне показывают, что можно, да, типа использовать tactical action. Ага, это красиво. Я понял. Интересно. Эй, хватит. Ну, давайте, заходите, я уже готов зайти. Wait, open door. Так, давайте рефокус сначала. Раз нас никто не пушит, значит сначала рефокуснемся и будем смотреть, что внутри. А внутри нам сейчас люлей дадут, чекайте. Потому что парни нас уже ждут, вот эти вот. Вот эти вот. Вот этого надо сразу, я думаю, приговорить. Так. Этого тоже сразу. А если мы залетим вот сюда, заролимся, да? Встанем. Слушай, ну пока красиво, красиво. Так. Проблема только с оружием пока что, да, я так понимаю. Это не дело, очень мало оружия. Блин, не понимаю, почему нельзя рефокус. Рефокус пока нам не нужен. Почему мы взять-то не можем еще? Ребята, я и не видел как раз таки. И 60% такое себе. Я надеюсь, он с той двери никто не выйдет. Почему ты ходишь? Я же выбрал вот это вот. Сука. Нам надо отбиваться. Блять, а в кого отбиваться-то? Ошибка? Нет. А вот это ошибка? Этот первый меня будет стрелять. Ошибка че нет? Ну, мне очень было больно сейчас, конечно. И бандажей у меня больше нету. Ошибка. Я думаю, то, что нас сейчас приговорят, знаете. Как минимум, вот этот вот парняга может это сделать. 50%. Я вообще в него не попаду. Ни при каких условиях. Что сделать? К нему навстречу пикнуться? Или вот здесь? Да, он первый стреляет. Нет, блядь. Your focus is low. Фокус-то ладно, он меня убил. Да. Слушай, ну игра забавная на самом деле. В игре что-то есть. В игре что-то есть. Как минимум, она очень сильная. Edgar's boys are rather unpleasant, if I recall correctly. Она очень стильная. Who among our kind are innocent? We are murderers, thieves, and worse. Speak for yourself. We live by a code. There are rules.
down. For those without the vision to transcend them. Красиво. Russian зависит. Если был бы Russian, то это была бы вообще имба. Не, так скажу. Пока что выглядит очень круто. Я так понимаю, что я могу залетать и прям махаться с ними. Прям нормально так махаться. Просто их очень много здесь. Нет, надо разбираться так. Прям при входе. Вообще не похоже на полицейских, если честно. Я же не полицейских убиваю, я надеюсь. Просто знает Джон Вика. Может быть это... Это что такое? Я что-то замутил с ним. Я его просто застанил, интересно. Там еще один выходит. Я в него кинул пистолетом своим. Я только сейчас понял, чат. Enemy strike incoming. Да это я тоже уже понял. Так. Ну я сейчас пикаю, меня сейчас бахают, да? В две жизни, все, габелла. Тут уже ничего не сделать. Только лишь попробовать. Все, это... Ну это все, это габелла. А где... Не, конечно, знаю, что я боец еще тот. Блять. Я же взял пистолет. Нет? Короче, мне очень нравятся вот эти таймлайны, которые здесь происходят. И... Блин, здесь надо думать. Здесь надо думать прям прикольно. Блин, на уровне, как будто в XCOM играю, но более какой-то продвинутый, стильный, модный, молодежный. Edgar's boys are rather. Мне понравилось, как я его работал, если честно. Takedown. Этого Takedown по-любому. Может быть, имеет смысл. For those without the vision to transcend them. Да. Игра называется John Wick Hex. Я на нее когда-то делал обзор о том, что ее будут ждать. Вот. Меня там еще поругали за то, что я ставил футажи с этой игры, но не вставил саму игру. Но мне как бы все равно. Так. Окей, этих мы просто поломали. Open door. Слушайте, управление на самом деле тоже четкое. Но я случайно кинул пистолет во врага на самом-то деле. Что уж тут говорить. А я смогу, допустим, к нему подкатиться? Блин, видишь, даже выбор движения у меня забирает очки. Ну вы поняли, да? Так, этого мы уработали. И откатываемся опять назад. И уходим вот сюда. Тактика, чат. Так, теперь мы, наверное, wait. Не-не-не, не туда. Но мы заглянули и убежали. Ждем. Он должен пушить. А можно как-то больше продлить? Нельзя, да? Блять, еще один вышел. Шотать их не хочу. Его тайм... Что мне поднялось? Его таймлайн я пока не вижу. Это и логично. Time cost damage. Damage. Take down. Там еще один. Видишь, в чем проблема? И еще один? Нет, это тот стрелял. Значит, в этого мы просто стреляем. Хорошо. Так. Мне рефокус нужен. Да.
так понимаю, рефокус это тоже важная штука в игре. Так. Тейкдаун. Слушай, прикольно. Прикольно. Здесь можно, в принципе, и смотри, я мог еще и с другой стороны, оказывается, зайти. И смотри, я положил всех и каждого, не... ну, выстрелив только один раз в одного. Кто-то дверь открыл, слышали? Интересно. И он заходит, да, в этот момент. Идем к столу. Ага, они пошли туда. Они не знают, что я здесь. Нет, они знают, что я здесь. Но он миснул, а я нет. Так. Wait, refocus. Почему я не могу в эту дверь зайти? Интересно. Но кто-то еще топает. Чат притих совсем. Для чата это норма. Когда чат не видит смайт, чат молчит. Там еще один, да? Чел меня не видит? Чел меня не видит. Отлично. Ага, зато вот этот меня видит. Я не знаю, зачем я их убиваю, типа, но нужно ли мне их убивать? Еще один. Окей. Я почти со всеми разобрался. Хилок нету, это очень плохо. Дверь открыта? Нет. Я не понимаю, мне... я думал, мне здесь что-то нужно сделать. А я, походу, делал всех, должен был перемочарить просто, да и все. Там еще один кто-то. Dangerous quickly, remember timeline. Да это я понимаю. Блять, еще один. И еще один. Парни, да вас слишком много, алло. Вы же меня сейчас этот... того самого. Успеет он первый выстрел? Ну только один раз. Погнали. Давайте посмотрим, как это все вышло в целом. Вначале вообще красиво. Вообще четко. Увернулся от двух шотов. Еще двое было. Там мало того, еще двое было. Короче, знаете что на самом деле? Вот я без рофлов говорю. А без рофлов говорю, игра... блин, она, наверное, играется лучше, чем смотрится. Потому что она реально прикольно играется. Я не знаю, она дает какие-то прикольные ощущения. Я просто не играл обычно пошаговые, тем более стратегические игры. Но играется забавно. Я вам так скажу, играется более чем на свече. Я, кстати, думаю, вот Овил, да, ты, и у меня еще есть зрители, кто со свеча играет. На свече в портативе, слушай, будет годно, будет прям годненько играться, я вот что думаю.
поэтому я бы над покупкой подумал бы, тем более стоит она недорого, да, ты говоришь, она 1000 по скидке стоит, не, игра забавная, тем более это Джон Вик, фанаты Джон Вика, они, я думаю, эту игру купят за раз-два, только так, и графика очень стильная.